Добрый день всем. Вижу, что уже начинаете присоединяться. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, хорошо ли меня слышно, видно ли меня, чтобы я могла уже понимать, все ли в порядке с техникой. Слышно. Спасибо большое, Катя. Хорошо. Тогда постепенно будет присоединяться больше людей. И мы с вами сегодня будем разговаривать на тему «Жизнь без границ». Вот. Спонтанно мне эта тема пришла. Впрочем, как и вся серия постов про перемены, про повторяющийся сценарий, наверное, потому что эта тема сейчас очень актуальна для меня. Вот. И пришло название «Жизнь без границ». И вчера даже перед сном я стала думать, а что вообще такое на самом деле «Жизнь без границ» для меня? И мне тема раскрылась в более каком-то новом ключе, в более глубоком аспекте. И я хотела бы поделиться с вами. Я себе выписала несколько важных пунктов, которые я сегодня хотела бы затронуть. Вот, вы можете писать также свои вопросы, комментарии. И тогда, прежде чем приступить к теме, я хотела бы рассказать сначала свою историю. Почему вообще эта тема мне стала интересна? С детства меня интересовал вопрос вообще почему? Почему здесь все это происходит? Почему все происходит именно так? И я была не согласна со многим, что нужно жить по какому-то определенному сценарию, например, ходить в школу, в университет, потом работа, офис, выйти замуж, родить детей. То есть меня это не устраивало. И я пыталась найти какие-то ответы того, как можно жить по-другому, потому что для меня это было просто, наверное, ну, невыносимо и очень страшно повторять вот эти вот сценарии тех жизней, которые я наблюдала вокруг себя. И я стала очень много читать разных книг, и моими любимыми героями были люди, которые бросали привычный образ жизни, которые были какими-то такими асоциальными, которые нарушали всевозможные законы общества, ну, в хорошем смысле, то есть они не были преступниками, они просто выходили за рамки вот такого вот обычного уклада жизни, да, и пытались найти какие-то новые пути, вот, какие-то бродяги, паломники, я не знаю, монахи, в общем, все, что было каким-то таким необычным, какие-то волшебники, мистики. И постепенно вот это вот желание познать жизнь в разных аспектах, не принимать имеющуюся картину реальности, оно привело меня прежде всего к изучению иностранных языков, к знакомству с разными культурами. Этот аспект был очень важным. Почему? Потому что через знакомство с новыми языками, с новыми культурами, мы очень расширяем свое мышление. И я училась и заканчивала первое мое образование переводческое, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, мне это очень нравилось, потому что это было постоянное расширение моего мышления. Вы, наверное, все знаете, что язык, мышление очень взаимосвязаны, и то даже через наш язык даже очень многое можно понять о нашем мышлении. Я все это очень изучала, писала разные научные работы по этим темам, когнитивная лингвистика, психолингвистика, и вот так постепенно-постепенно это были такие маленькие шажки по выходу в какую-то другую новую жизнь. Вот, и в какой-то момент мне захотелось вообще совершенно жить по-другому. Вот, я не понимала, зачем нужно ходить в офис каждый день. Все это казалось очень бессмысленным. Вот, я подходила к своим коллегам и говорила, ну какой в этом смысл изо дня в день ходить в этот офис и всю свою жизнь просто тратить здесь за компьютером. Меня особо никто не понимал, а меня вот мучили эти экзистенциальные вопросы о том, каков же смысл жизни.
Вот, ну мне говорили, ну все так живут, это нормально, что тебя не устраивает? А меня вот не устраивало. Я стала искать разные пути. И дальше я помню, был такой кризисный момент, когда я перепробовала самые разные инструменты того, чтобы понять, что я на самом деле хочу и что для меня вот эта вот жизнь без границ, что для меня является какой-то новой реальностью. И мне помог очень один такой инструмент, когда нужно было написать свою новую историю жизни, то есть вот если бы вы были там героем кино, например, какое бы кино вы хотели видеть про себя, либо какую бы книгу вы хотели прочитать, где вы были бы героем, главным героем этой книги. И таким образом это далось мне нелегко. Почему? Потому что были старые программы, что нужно делать то-то, 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 нужно делать так-то, так-то, так-то. Эти программы были очень сильными. Вот, и я помню, я садилась писать вот этот вот свой новый сценарий, как бы я хотела себя видеть, да, и я там писала, что я хочу работать где-нибудь в крупной международной компании, то есть все равно вот эти программы, они меня толкали на какие-то старые шаблоны, да, и потом я просто все зачеркивала и понимала, что на самом деле я этого не хочу. Это все говорят какие-то социальные установки, установки семьи. И это был такой долгий процесс раскрытия, и потом я просто как-то, помню, села и в потоке написала, что я хочу жить в путешествии, я хочу познавать разные религии, разные культуры, разные философии, я не хочу быть привязана к какому-то месту, я хочу помогать другим людям раскрывать их потенциал и раскрыть максимально свой потенциал. Вот, то есть я хочу быть там философом, путешественником, бродягой, мистиком и так далее. И я так посмотрела, думаю, так вот этого ж я на самом деле хочу, а не все то, что как бы то, что было нужно делать. Вот, и так постепенно меня жизнь стала выводить на этот путь жизни вне шаблонов, какой-то новой реальности. Я узнала про город будущего Ауравиль. Вот, в Индии, туда я поехала на 1,5 года. И это альтернативный город, где люди живут тоже вне шаблонов, то есть совершенно по-другому. Там нету работы в привычном понимании, там нету школ с оценками, с дипломами, с сертификатами, нету экзаменов, там все экологическое. В общем, совершенно абсолютно альтернативный образ жизни. Мне это было просто необходимо для того, чтобы расширить рамки своего мышления и посмотреть, а как можно жить вообще по-другому. И для меня это был очень мощный опыт. И плюс, сразу же, как я приехала в Ауравиль, это был мой первый раз в Индии, я встретила там своего первого учителя, который тоже был очень таким духовным анархистом, бунтарем, и он просто разбивал все мои шаблоны, все, что я привыкла думать, как я привыкла жить. И для меня это было вот 1,5 года в Ауравиле, еще с этим учителем. Для меня это был просто невероятно сложный опыт, потому что все рушилось, все шаблоны просто рушились, все-все-все. Вот, и в то же время это здорово, потому что старые шаблоны рушатся, да, и на место приходит что-то новое. И я стала видеть, как можно жить вообще по-другому, как можно жить свободно, радостно, без каких-то ограничений и так далее. Вот. Но это процесс, то есть это не происходит в один раз, это не происходит сразу, это не так, что вы сделали какую-то практику, какую-то медитацию, и все прям изменилось. Нет, это долгий процесс, это такой процесс созревания. Это как пример известный, да, гусеница и бабочка. То есть гусеница, она должна пройти определенные стадии, прежде чем стать бабочкой. И на этих стадиях трансформации гусеница может тоже бояться, думать, что она умирает, что это конец, но это не конец. Это прекрасное начало, когда бабочка, да, формируется, и потом она уже может лететь, порхать и наслаждаться свободой. Вот, точно так же и мы проходим через все эти процессы. И сегодня я хотела немножко рассказать о том, что вообще, как так получается, что у нас есть какая-то определенная личность, мы рождаемся в определенной семье, есть какие-то определенные установки, да? Как вообще получается, что вот мы те, кто мы есть? Психология современная говорит о том, что все идет из детства.
мы рождаемся, и в детстве в нас закладывают какие-то программы родителей, и потом эти программы на нас влияют, то, как мы живем, да, мы бессознательно проигрываем какие-то семейные сценарии. Но меня это тоже не совсем устраивает, это такое видение психологии, вот, и поэтому я изучала очень много ведических наук, и как раз-таки в ведической философии я нашла свои ответы о том, что на самом деле все гораздо глубже. То есть мы не просто рождаемся в определенной семье, у нас есть целая огромная история у нашей души, то есть душа путешествует сквозь разные эпохи, разное время, попадает в разные контексты, разные культуры, разные ситуации и получает разный опыт. И почему мы попали к определенной семье, в определенную страну, в определенные условия, это связано с нашими самскарами, впечатлениями из прошлых жизней, с нашей кармой. И мы попадаем в определенную атмосферу, где мы сможем эти сценарии проиграть, повторить. Вот. И, соответственно, карта рождения в Джьотиши, натальная карта, она показывает, какие у нас есть самскары, впечатления, что, как будет проигрываться сценарий нашей жизни. И карта, она показывает вот эти бессознательные установки, которым мы следуем из жизни в жизнь, какие-то слепые пятна, которые мы сами не замечаем, и поэтому это замечательный инструмент для диагностики. И на самом деле жизнь, мир — это такая большая, большое зеркало того, что происходит у нас внутри. Мир, он просто отображает те шаблоны, которые мы не осознаем. В какой-то момент это очень важно понять, потому что это может быть болезненно, когда ты понимаешь, что никто вообще не виноват, и что все, что здесь происходит, это происходит только из-за тебя, и только ты ответственен за все это. Но это очень отрезвляет и дает силу действовать и что-то менять. И мне очень нравится цитата Экзюпери, Антуан Экзюпери, Антуан де Сент-Экзюпери, которую я прочитала еще, наверное, когда училась в школе. Она меня очень впечатлила. И эта цитата: «Задача каждого человека — сбыться». То есть, да, задача нас, как человека, — сбыться. То есть вернуть свою целостность, вернуть свою силу, раскрыть полностью свой потенциал. И что говорят об этом вообще ведические знания? Они говорят о том, что есть такая Махавакья, одна из, есть четыре великих изречения, и вот одно из этих четырех великих изречений гласит: «Ахам брахмасми, я есть то». Что это значит? Это значит, что я есть Бог, я есть чистое вечное сознание, я есть то, что никогда не изменяется, да? Но нам очень сложно это воспринять, потому что мы ассоциируем себя, мы привыкли ассоциировать себя с телом. Я вот это тело, у меня такой-то пол, женский, мужской, мне столько-то лет, я там выгляжу так-то. Мы привыкли ассоциировать себя с умом и с интеллектом, с нашими мыслями, с нашими эмоциями. И от этого все проблемы на самом деле и возникают, потому что мы не понимаем, кто мы есть на самом деле. И мы не понимаем, что мы неограниченная личность. Вот это вот маленькое эго несчастное, отделенное от всех. А мы безграничные. И мы есть, мы идентичны Творцу. У нас все есть те же самые качества, все есть те же самые способности. Вот. И был такой известный учитель, Свами Вивекананда, просветленный учитель, и он был одним из первых, кто приехал на Запад и давал знания о йоге и веданте. И он после лекции каждый раз подходил к людям, к американцам, которые там собирались, и вот так пристально смотрел им в глаза и говорил: «Вы даже не представляете, кто вы есть на самом деле, если бы вы только знали», да, то есть намекая о том, что каждый человек — это вселенная в миниатюре, это Бог, воплощенный в человеке, да, и очень жалко, когда мы не понимаем этого и страдаем, считая, что мы маленькие, отделенные, что мы вот тело, ум, эмоции, мысли,
Вот это главная такая фундаментальная причина всех страданий человека. И что такое жизнь без границ? Как я для себя это сформулировала? Жизнь без границ — это выход за пределы ограничений, выход за пределы ума. Это возвращение в свою естественную природу. Это возвращение к своему источнику. Мы можем назвать это источник, Бог, Вселенная, Высшее Я, то есть как угодно. Но суть одна и та же. Это наше естественное состояние. Почему, например, многие люди ходят к психологам, к психотерапии десятилетиями, да, и ничего особо не меняется? Я сама получала переквалификацию на психолога, и я знакома очень хорошо с психологией, и сама занималась этим, ну, в смысле, на себе все это практиковала, и работала с людьми тоже психологическими инструментами. Почему? Психология работает с умом, психотерапия работает с умом, а проблемы ума, они бесконечны. Вы решите какую-то одну проблему, потом начнется вторая проблема, третья, четвертая, потому что это ум. Ум всегда будет чем-то недоволен, у ума всегда будут какие-то проблемы. И природа на самом деле дает нам подсказки о том, какая наша истинная природа. В природе очень много есть подсказок, и я выложу пост сегодня, не знаю, в Инстаграме выложу или нет, в Телеграме точно выложу. Есть такая прекрасная, да, иллюстрация из Веданты. Как природа нас учит, какая наша истинная природа. И вот одна из таких подсказок — это небо и облака. То есть мы идентифицируем себя с облаками, которые постоянно меняются, меняются, меняются. Уходят, уплывают, образуются тучи, да. То есть мы идентифицируем себя с проходящим, с нашими мыслями, с нашими эмоциями. И от этого тоже все страдания, потому что мысли, эмоции, они не постоянны, они меняются. И мы то чувствуем то радость, то печаль, то наслаждение, то страдание и так далее. Это бесконечное вот это вот колебание в дуальности. Но наша истинная природа — это чистое, безграничное, ясное небо, которое никогда не изменяется. Когда вы летите, например, в самолете, да, вы поднимаетесь выше, выходите за пределы облаков, и вы видите вот это ясное, чистое небо, которое всегда было там, но оно было скрыто вот этими облаками. Точно так же и наша истинная природа, она скрыта от нас нашими бесконечными мыслями, эмоциями, бессознательными какими-то шаблонами. И второй пример — это тоже волна и океан. Мы тоже считаем себя такими отделенными, что я отдельная личность, но на самом деле мы все живем в одном вот этом едином чистом сознании, которым мы тоже являемся. Может ли волна быть отдельно от океана? Нет, не может. Может ли океан быть отдельно от волн? Нет, не может. То есть мы думаем, что мы отдельная волна, забывая, что мы на самом деле целый океан, и мы уже это есть. И дальше я хотела бы сказать то, что про астрологию. Такой очень важный момент. Сейчас это становится очень популярным, астрология. И я сама, сколько уже, лет 7 уже практикую астрологию, провожу консультации. За это время у меня уже есть определенный опыт. Что я хочу поделиться с вами своими некоторыми мыслями. Некоторое время, несколько лет назад, когда я только начинала астрологию, я была подписана на одного известного астролога, он из США, насколько я помню. Вот, и я тогда только начинала астрологию, я еще многого не знала, но мне все очень было интересно узнать про себя, про свою судьбу. Вот, астрология тогда воспринималась больше как какое-то предсказание. Да, что вот я сейчас все узнаю, что когда у меня будет. Не было какой-то глубины понимания джьотиш. И я очень удивилась, когда от этого известного астролога, он на весь мир известный, пришла рассылка, и название письма на английском было таким: «Слушай свое сердце больше, чем астролога».
То есть это пришло письмо от очень известного астролога, у которого там сотни тысяч подписчиков, книги, курсы, слава и т.д. и т.п. И мне стало интересно послушать, почему он вообще говорит об этом, да, казалось бы, вот он астролог, и почему он говорит про важность слушать именно больше свое сердце, чем астролога и астрологию. Ну, прежде всего, нам нужно понимать, что Джьотиш — это одна из веданг, это одна из частей ведического знания. И раньше в Индии, когда изучался Джьотиш, он никогда не изучался отдельно от философии. То есть изучали это только брамины, священники, и они, естественно, должны были знать и философию йоги, и сангхи, упанишады, веданту и так далее. Они понимали глубокое значение Джьотиш, они понимали вообще путешествие души, этапы путешествия души, что это такое, как душа эволюционирует, они понимали законы кармы, они знали все это. А сейчас же Джьотиш в основном изучается в отдельности от философии, и это как отрубить просто корни, вот, потому что считается, что ну зачем нам эта философия, это все не нужно, вот. Сейчас современное время живем, это не актуально. Это просто фундаментальная ошибка, потому что астрологи не понимают, большинство астрологов не знают никакой философии, связанной с Джьотиш, не понимают теорию кармы, не понимают, что вообще такое душа, что такое свобода воли, предопределенность и так далее. Вот. И по своему опыту я могу сказать, что 7 лет, да, у меня были люди, которые проходили там, например, на протяжении нескольких лет ко мне. И я могла видеть, что у них особо ничего не меняется. Почему? Потому что приходит человек с какой-то проблемой, либо просто получить анализ, да, ты даешь ему анализ, но самое главное в Джьотише — это меры гармонизации, упаи. То, с помощью чего мы можем изменить свою судьбу, то, с помощью чего мы можем изменить свою карму. Это в основном лучший способ, лучший упаи — это чтение мантр, это молитвы, медитации, это могут быть пуджи, да, но мы должны прикладывать усилия, мы должны работать над собой. Но люди в основном приходят, они получают какой-то прогноз, получают анализ, они вдохновляются, и все. То есть ты даешь им меры гармонизации, я уверена, что 90 или 95% никогда их не открывает и ничего не делает, вот. И как бы ничего не меняется, то есть человек вдохновился, ум его впечатлился, вдохновился, вот, какой у него есть потенциал, что он может сделать, и все, дальше ничего не происходит. Вот, и человек попадает в тот же самый замкнутый круг и повторяет все то же, что и было раньше. Вот, и дальше, следующий момент, это то, что я заметила, что, да, люди тоже приходят к астрологу, постоянно какое-то есть чувство неудовлетворенности с какими-то проблемами. Сначала человек приходит, он неудовлетворен тем, что он одинок, не может найти мужа. Хочу замуж, страдаю, когда-то у меня период для замужества. Вот, ну, ты говоришь там человеку, такой-то период хороший, все. Потом там через несколько лет человек появляется, он уже страдает от того, что он замужем, теперь он хочет развестись. Вот, потом он страдает, что у него нету детей, потом у него появились дети, он страдает, что у него теперь есть дети, и это просто бесконечный цикл страданий. Почему? Потому что мы находимся в этой своей карме, в этих своих шаблонах ума и ничего не меняем. И как бы смысла в этом нету никакого. Джьотиш — это замечательный инструмент для диагностики, для выявления кармических программ, и дальше для того, чтобы работать над собой, чтобы читать определенные мантры, чтобы медитировать. Только это способно вывести из цикла вот этого, из сансары. Да? Почему сансара называется? Бесконечно повторяющийся цикл. Вот точно так же мы и живем в сансаре, потому что мысли постоянно крутятся. И человек, он всегда будет неудовлетворен, что бы ни происходило, потому что он живет на уровне ума и на уровне эмоций. Следующий момент — это то, что в Джьотише, да, какую большую проблему я наблюдаю, это то, что люди очень себя начинают программировать. Это часто, как бы я стараюсь всегда использовать
принцип ненасилия и всегда говорить все очень в позитивном ключе, как возможность к росту. Но многие астрологи, индийские астрологи в том числе, они очень программируют людей. То есть я помню несколько консультаций с сильными астрологами, которые просто говорили как данность, как вот как какие-то очень неприятные вещи. И я вспоминаю, да, что эти вещи до сих пор у меня лежат, остались у меня в подсознании, и они влияют на меня, да. То есть когда тебе это там молоденькая девушка, ты приходишь к какому-то известному индийскому астрологу, и он тебе говорит, что у тебя никогда не будет счастливой личной жизни, да, потому что у тебя там Сатурн на тебя так влияет, еще что-то. Хочешь, не хочешь, у тебя это все равно остается в твоем подсознании. И это очень печально, потому что многие люди реально страдают. Есть люди, которые очень по своей природе фаталисты, они настроены на то, что вот все только так, и ничего изменить нельзя. Это вообще, ну, это вообще печально, когда такие люди фаталисты, да, и им еще говорят что-то негативное, и они тогда вообще просто опускают руки. Я встречала таких людей, которые ничего не хотят менять, потому что астролог им сказал, что у них там Мангал Доша, у них там Сатурн, у них там Сада Сати, еще что-то. Или я тоже недавно встретила женщину, и она была такая в депрессивном состоянии, и говорит, вот несколько лет назад я была на консультации у нумеролога, и нумеролог мне сказал, что у меня все плохо, это моя карма, и там у меня и по деньгам плохо, и по личной жизни плохо, и мне единственное, что остается, это просто вот, ну, как-то вот так вот выживать. И у меня так опустились руки, вот уже несколько лет прошло, и я так и вот просто выживаю, потому что вот мне нумеролог сказал, что у меня все плохо. То есть, ну, это очень-очень-очень мне печально слышать такие истории, как люди просто опускают руки, потому что кто-то им сказал, да, либо потому что они сами у себя в карте рождения что-то увидели. То, что еще и неправильно интерпретировали, скорее всего, потому что там есть очень много разных моментов, которые нужно учесть. Вот. И есть люди, которые ориентированы на рост, на перспективу, да, то есть с такими людьми всегда приятнее, хорошо работать, потому что они понимают, что есть какие-то сложности, но они готовы с этим что-то делать. И когда мы на 100% вот зависим от астрологии, от карты рождения, еще от чего-то, мы забываем, что у нас есть божественный дар, свобода воли. И если мы продолжаем зависеть, ходить по каждому вопросу к астрологу, тарологу, нумерологу, эзотерику и так далее, то мы просто не уважаем, мы вообще забываем про это божественное присутствие в нас, про это единое сознание, да, которым мы являемся. И поэтому очень важно учиться доверять себе, учиться доверять интуиции и миру. И очень важно также помнить, что карта рождения — это не приговор, это то, что показывает наш потенциал, и очень важно работать над собой. И как мы можем вспомнить, что мы являемся вот этим вечным, чистым, истинным сознанием? Как мы можем выйти за пределы повторяющихся сценариев, за пределы каких-то негативных шаблонов, которые у нас есть? Лучший способ — это медитация. Медитация — это возвращение в свое естественное состояние. Это очищение всех своих оболочек ума от всего того, что мы накопили за многочисленные жизни. Есть такая тоже очень хорошая поговорка: «Дай голодному рыбу, и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь». Вот я считаю, что медитация как раз является такой удочкой. Потому что когда мы начинаем осознавать, кто мы есть на самом деле, мы можем возвращаться к своему вот этому источнику внутри нас, мы чувствуем божественное присутствие, мы чувствуем связь, да, то тогда жить становится гораздо проще. Мы уже просто понимаем, что то, что происходит в жизни, это какие-то кармические шаблоны, это бессознательные установки, и мы можем их менять. Потому что медитация дает нам осознанность, а осознанность — это ключик. Например, мы
становимся более осознанными, и мы начинаем наблюдать за жизнью, что вообще происходит. Потому что многие люди, да, живут просто на автопилоте, как вот фильм «День сурка», и повторяют изо дня в день одно и то же. Одно и то же в надежде, что вдруг какой-то счастливый случай произойдет и все изменится. Вот. Спасибо. Да, это очень действительно важное осознание, и это только с практикой. Важна постоянная практика, регулярная, чтобы это стало не просто каким-то знанием, а чтобы это стало именно частью вашей природы, вашей жизни. Вот. И, значит, когда мы становимся более осознанными, когда мы становимся более медитативными, когда мы больше приближаемся к своей природе, мы можем отследить, что у нас есть какой-то негативный паттерн, какая-то бессознательная установка, да, и как только этот паттерн начинает проявляться, мы можем его прервать и поступить по-другому. Например, если есть какие-то негативные установки с деньгами, у многих есть, потому что, ну, мы родились в такой обстановке, да, когда, например, там были сначала СССР, потом развал СССР, потом кризисы. Очень многих у нас есть эти негативные установки с деньгами, например. И нам нужно учиться, во-первых, отслеживать, да, то, как эти установки управляют нами. Во-вторых, учиться прервать те сценарии, которые мы проживаем. И делать что-то, возможно, даже вообще иррациональное, непривычное для того, чтобы в нашем мозгу начали формироваться новые нейронные сети. Почему? Потому что сейчас у нас уже сформированы определенные нейронные сети, которые заставляют нас поступать, делать те или иные выборы. Да? Мы это, в психологии это называется сценарии жизни, проигрывать те или иные сценарии жизни. Но мы можем их менять, да, опять же, при осознанности, когда у нас есть осознанность. И, например, такой пример, вот вы получили внезапно какой-то большой счет, да, который нужно оплатить. И какая первая реакция? Обычно это очень расстроиться, подумать, я такой несчастный, у меня денег и так мало, тут еще этот счет, да, потому что это, ну, мы привыкли так, на автомате мы так поступаем. А тут можно получить этот счет, и чтобы разрушить свою негативную нейронную сеть, просто сказать: «О, я такой счастливчик, я такой богач, оказывается», да? Это один из таких примеров. Либо когда вы, например, идете в магазин и там выбираете что-то, что на скидках, что подешевле, да, то есть позволить себе пойти и купить то, что вы никогда не покупали, то, что дороже, то, что, например, не входит в ваш бюджет. Пойти там купить что-то дорогое из одежды. Почему? Потому что тогда наше подсознание, наше тело, да, среагирует и поймет, что теперь для нас это норма, и оно будет стремиться соответствовать теперь вот этому. То есть психологией считается, что если мы хотим изменить свою жизнь, то нужно обязательно делать что-то, что мы никогда раньше не делали, для того, чтобы, опять же, мы начали видеть больше. Мы начали выходить за свои устоявшиеся шаблоны. Например, если вы вот считаете, что у вас в жизни вообще какой-то застой, да, и вы хотите что-то изменить, вот запишитесь на какие-то курсы, которые вы никогда бы вообще не подумали о том, что такое вообще существует, что вас это может интересовать, да. Это не должно быть что-то связанное с вашей темой, например, повышение квалификации. Нет, это должно быть что-то совершенно сумасшедшее для вас, там, не знаю, если вы никогда не танцевали, то пойти на какую-нибудь бачату или пойти прыгнуть с парашютом или еще что-то. В общем, познакомиться с людьми, которые там, например, занимаются садоводством, если это вообще для вас новая тема. И так мы можем понимать, что мир, он совершенно разнообразный. Наше сознание начинает расширяться, мы начинаем видеть новые какие-то возможности. И когда мы, например, хотим изменить какую-то ситуацию в нашей жизни, какой-то повторяющийся сценарий, да, по закону энергии, куда мы направляем нашу энергию, наш фокус, то и начинает происходить. Например, расскажу такой пример из собственной жизни. На одном из курсов было такое задание,
выбрать себе спонтанно какой-то символ, какой-то знак, который будет для вас являться как бы таким подмигиванием от Вселенной, что вы идете по верному пути. Первый самый символ, который пришел вам в голову. И мне в голову первый пришел символ — это слоник, потому что для меня слоник — это Ганеша, это бог мудрости, тот, кто устраняет препятствия. И теперь, значит, я должна обращать внимание на эти символы, где-то мне они могут встречаться в любом месте, и для меня это будет как Вселенная мне подмигивает, что я на верном пути. И сейчас расскажу очень интересную историю, что оказывается, когда я вдруг, ну вот, стала фокусироваться, что теперь мой символ — это слоник, я заметила, что я полгода живу около заправки, на которой просто огромными буквами написано «слон» и большое изображение слона. Я этого никогда раньше не замечала. Я хожу просто вот каждый день, несколько раз в день мимо этой заправки и не замечаю. Я живу рядом, у меня магазин. Я мимо него тоже хожу постоянно, просто постоянно полгода. Называется «Слон», тоже большое изображение слона. Это все говорит о том, что мы настолько погружаемся в какую-то свою реальность, в какие-то свои паттерны и не замечаем, что происходит вокруг. Но когда мы начинаем фокусироваться на том, что мы хотим изменить, на какой-то новой теме, да, то наше сознание начинает уже искать какие-то новые возможности и находить их. Вот. И когда, например, еще как мы можем поработать с паттернами? Нужно, если мы замечаем, что мы сейчас хотим повторить что-то, что мы делаем обычно, остановиться на пару мгновений. Если, например, вы привыкли гневаться, если вы очень гневливый по своей природе человек, то вы просто чувствуете, что вас сейчас накатывает эта эмоция гнева, и вы вместо того, чтобы реагировать, чтобы там кричать, раздражаться, как это обычно происходит, вы просто включаете осознанность и на пару мгновений останавливаетесь. Вы останавливаетесь, дышите, замечаете, наблюдаете. Когда мы наблюдаем, когда мы замечаем, осознаем какую-то эмоцию, какую-то мысль, она уже теряет свою силу, теряет свою власть над нами, да, и уже мы можем становиться тем, кто выбирает, думать нам эту мысль, делать, следовать нам этой эмоции или нет. Когда мы не осознаем, то у нас никакой власти нету, мы просто рабы этих мыслей и эмоций. Вот, и таким образом мы качаем свой мускул осознанности и начинаем осознавать, что вот сейчас меня накрыла эта эмоция гнева. Хочу я попасть под ее влияние или не хочу, да? И мы понимаем, что мы не хотим, потому что последствия будут нехорошими. Мы можем обидеть там близкого человека, мы можем испортить отношения, для нас же это будет плохо. И вот так это работает со всем, да? Это один из таких маленьких примерчиков. Вот, и таким образом мы можем отслеживать, где у нас в жизни есть сферы, которые нас не устраивают, что бы мы хотели изменить. Мы отслеживаем, к какому сценарию мы проигрываем это. Есть, например, у многих женщин, если в детстве вам, например, нравилась сказка про Золушку, то вы можете бессознательно проигрывать этот сценарий, что очень нужно много трудиться, много работать, и потом вот появится вдруг какой-то прекрасный принц, и он спасет вас, и все ваши беды решатся, да, то есть это настолько неосознанно, вот, что хорошо работать даже со специалистом, если вы сами не можете это сделать, вот, и это нужно действительно сидеть, разбирать, анализировать и переписывать эти сценарии, это все возможно, есть разные техники и разные способы для этого. Но опять же, как бы, одни психологические инструменты, да, могут решить какие-то проблемы, но это все будет на поверхности. То есть без глубокой работы с умом, без медитации, мантры тоже очень хорошо работают. Это все очень сложно сделать, это будет иметь краткосрочный эффект. И сейчас я хотела бы рассказать про пространство, про новый проект, онлайн-проект, который называется «Интеграция с Вен», который я планирую запустить на следующей неделе, 27 числа. Так как я сейчас прохожу тоже через все эти процессы трансформации, через
отслеживание своих каких-то негативных сценариев, которые еще есть, несмотря на много лет работы над собой, да, я решила, что почему бы не поделиться этими инструментами, почему бы не создать такое пространство, где ко мне могут присоединиться также люди, которым это может быть актуально и полезно. Вот. Как раз у нас на следующей неделе будет хорошее время, это коридор затмений. 26 числа у нас будет лунное затмение. И вот как раз-таки после него очень хорошо посвятить это время именно духовным практикам, работе над собой. Плюс есть несколько других факторов. Юпитер в хорошей накшатре, которая дает сейчас тоже способность к исцелению, к избавлению от программ, к такой вот трансформации, к началу новой жизни. Сатурн будет в ретроградном положении находиться, Меркурий в ретроградном положении. Это все тоже дает нам возможность замедлиться и провести такую ревизию своей жизни, избавиться от того, что не нужно, и начать что-то новое. Вот, поэтому я решила, что такой проект будет полезен, интересен. И смотрите, значит, в основу проекта, почему Свен, да, в основу проекта я взяла один очень интересный йогический инструмент по работе с умом. Его разработал один из важных духовных учителей, с вами Ниранджананда. Он относится к бихарской йога-школе, это ее основатель, с вами Шивананда. Вот, и он считается очень сильным мастером, он сейчас живет в наше время, и он разработал такую систему. Называется она Свен, с перевода на английского это «лебедь». Почему Свен? Знаете, как в маркетинге есть SWOT-анализ, когда мы какой-то продукт, какой-то проект рассматриваем с разных сторон, выявляя его сильные стороны, слабые стороны там, и так далее. Вот здесь Свен — это похоже. Свен — это аббревиатура для четырех аспектов, с которыми мы работаем. S — это strengths, это наши сильные стороны. W — это weakness, это наши слабые стороны. A — это ambitions, наши амбиции и цели. N — это needs, наши потребности. И это определенная техника, которая выполняется в определенном порядке. Есть также для работы с каждым аспектом небольшая теория, чтобы понимать, что в него включается, как прорабатывать этот аспект. И также есть медитация. Медитация с определенными визуализациями, с мантрами для того, чтобы закрепить эффект от проработки этого аспекта. И таким образом эти медитации будут все в записи, я их запишу. Вот, и вам останется просто выполнять, да, задания, которые будут предложены. И помимо этого, вот это будет основа проекта, этот инструмент Свен, который помогает нам проанализировать, отследить, осознать все уровни нашей личности, посмотреть, где у нас есть проблемы, где, наоборот, у нас есть какие-то возможности, как мы их можем использовать наилучшим образом, куда нам двигаться, идем ли мы по своему пути и так далее. То есть это вот такая пристальная ревизия, пристальное внимание к своей жизни, к тому, что происходит. Потому что очень редко мы можем уделить время и действительно засесть и заняться такой вот ревизией, да. Работа с этим инструментом Свен будет где-то в течение 4 дней, да, и также я решила включить в этот онлайн-курс несколько очень сильных инструментов, которые позволяют еще глубже посмотреть на свою жизнь, на все сферы, что вообще сейчас происходит. Вот, и в заключении, чтобы закрепить эффект, будет две очень мощные техники. Они мне самой сильно помогли просто вот реально перезагрузиться и избавиться от того, что мешает. Вот, будут две очень мощные техники, это исцеление своей истории, возвращение своей силы, присвоение своей силы и написание нового сценария. Нового сценария жизни своей мечты, жизни без ограничений, где вы уже будете выступать в роли
главного героя, который наделен всеми возможными атрибутами силы, и который действительно проживает свою жизнь на полную мощь. Вот, и это все будет проходить в телеграм-канале. Вы можете выполнять практики в любое удобное время, и в день понадобится 15-20 минут, наверное, для этого. Кто хочет, может больше, конечно же. Вот. Но даже 15-20 минут, если на протяжении 6 дней вы проделаете эти практики, это действительно позволит вам перезагрузиться, исцелить себя и вот наполниться чем-то новым, чем-то таким свежим, что даст вам дальше возможность продвигаться более смело, более радостно по жизни. И все эти инструменты, их нет на русском языке. Эти инструменты Свен, да, он только на английском языке. Эта практика с вами советует вообще ее делать каждый день для того, чтобы мы могли проводить такую ревизию, что происходит у нас в жизни. Но можно делать хотя бы раз в месяц. То есть это инструмент, который останется навсегда с вами, которым вы можете дальше пользоваться, когда захотите. Вот, все эти практики, они как бы взяты из источников на английском языке. Вот, и это будут полезные инструменты для вашего личного пользования, для работы со своим умом, со своими эмоциями, со своей жизнью. Вот, вы сможете возвращаться, периодически делать все эти практики. Плюс это будет полезный инструмент для тех, кто является помогающим практикам, например, астрологи, учителя медитации, учителя йоги, это также могут быть психологи, потому что эти инструменты можно использовать очень хорошо в работе с людьми. Если вы хотите действительно глубоко поработать над собой, действительно сделать, пройти через глубокий процесс исцеления. Вот, это инструмент из йога-психотерапии. Вот, так как это та сфера, которая меня максимально привлекает, и я вижу в ней потенциал, вот, то хотелось бы начать как раз-таки с этой темы. И как раз сейчас замечательное время для этого. В воскресенье у нас будет эфир с Альбиной, анонс будет чуть позже, где я расскажу про то, что ожидает нас с астрологической точки зрения в ближайшие месяцы, про коридор затмений, про ретроградные планеты и так далее, как лучше прожить, какие будут энергии, вот, где будет больше потенциала, где могут быть сложности. Вот, анонс еще будет, так что приходите, можете тоже это послушать. А по поводу вот этого проекта Свен, я хочу сделать его за донейшн, то есть пожертвование от сердца. Почему? Потому что, не знаю, пришел в потоке пришло такое ощущение, что мне нужно поделиться этим инструментом, и так как этот инструмент придумала не я, да, я не считаю как бы то, что я должна брать какую-то фиксированную стоимость за эту практику, вот. Ну и плюс мне хочется это действительно сделать как такой подарок миру, как служение для того, чтобы те, кому это интересно, тем, кому это полезно, могли присоединиться. Вот, анонс я еще сделаю в Инстаграме, так что следите, и буду рада, если вы присоединитесь. Это будет такое наполненное пространство, такое душевное пространство, где мы соберемся компанией единомышленников и будем работать над собой, создадим намерение для того, чтобы мы избавились от того, что нам мешает, избавились от наших негативных программ, шаблонов и могли дальше уже идти по жизни гораздо легче и раскрывать свой максимальный потенциал. Так, в общем-то, много всего хотелось рассказать. Наверное, не все рассказала, что хотела, но пора уже закругляться, потому что у нас время подходит к концу. Если какие-то вопросы сейчас есть, можете задать мне, пока есть последние минутки. Вот, всегда рада вам ответить. Да, кто совсем новичок, тоже можно присоединиться, потому что там не будет никаких сложных практик, то есть там достаточно доступные практики, но при этом очень эффективные, и какие там будут медитации, они тоже будут достаточно
доступны, это будут медитации с инструкциями, да, то есть записанные медитации, где вы просто следуете инструкциям. Это доступно даже новичкам, поэтому обязательно присоединяйтесь, это как раз может быть очень хорошим первым шагом в этом направлении. В каких числах будет... Это не интенсив, мы никуда... Это не интенсив, это не марафон, мы никуда не бежим, мы никуда не опаздываем, вот. Мы просто спокойно работаем над собой, мы просто замедляемся, осознаем, наблюдаем. Значит, 27 числа будет начало, и он будет где-то длиться 6 дней, я думаю. Потому что изначально я планировала сделать 3 дня, но каждый день мне приходят все новые и новые какие-то инструменты, которые я могу добавить для того, чтобы это было еще максимально эффективно. Поэтому сейчас это будет идти 6 дней. Но опять же, это все материалы сохраняются в Телеграме, и вы можете к этим материалам обращаться в любое удобное время. Вот, это как бы... Вы можете начать позже, но лучше начать всем в одно время, для того, чтобы, опять же, вот это было поле, потому что поле очень важно. Оно дает нам дополнительный потенциал и дополнительную энергию. Вот. И дальше телеграм-канал останется, вы можете в любое время тоже к этим инструментам обращаться, когда захотите. Вот так вот. Спасибо вам тоже. Я рада, что было полезно и ценно. Давно не выходила в прямые эфиры, и тут решила... немножко поделиться своими какими-то мыслями, осознаниями, которые актуальны для меня сейчас. И, как оказалось, актуальны и для многих людей, кто тоже меня читает, за мной наблюдает. Вот, желаю всем отличного дня и буду рада вас видеть. Присоединяйтесь к моему новому проекту. Как, что, куда, я публикую анонс, скорее всего, завтра. И пишите в личные сообщения, тоже отправлю вам ссылку. Да, не интенсива, да, антимарафон, антиинтенсив. Вот, как раз-таки мы очень-очень живем в такой век больших скоростей, нам нужно куда-то бежать, куда-то стремиться, что-то достигать, вот, а тут нам, наоборот, нужно будет... сесть и замедлиться, да. Мне нравится очень такая цитата того суфийского мистика, не помню, по-моему, Руми или Хафиз. Просто сядь, не думай ни о чем, потому что твоя отделенность от Бога — это самая сложная работа в мире, да. И вот это действительно отделенность от Бога, отделенность от своей естественной природы — это самая сложная работа в мире. Это то, что как раз-таки является причиной всех наших страданий. А жизнь без границ — это просто. Жизнь без границ — это возвращение к нашей естественной природе. Вот. Всё. Всем благодарю за внимание. Всех благодарю за внимание. И до скорых встреч.